Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. На часах 5 часов, и, ребята, только сейчас у меня закончился турнир. Ну что, мастер 3 звезды, нет соединения к сети, неплохое начало. Я вам говорил, что в первый раз, когда я пытался зайти, у меня не было... Ну, вообще ничего не было, все турниры, все было закрыто. Так, 75 платиновых осколков, сейчас мы посмотрим. Ага, все работает, все есть, ребята, все отлично. Ну что же, разыгрывается у нас на этой неделе Шархан, довольно неплохой, как по мне, персонаж, ребят, так что если у кого-то его нету, то да, добро пожаловать. А вот мечта, наверное, каждого из игроков — получить Супер Шреддера. Кто спрашивает, как ты получил Супер Шреддера? Да вот, ребята, заходите в эксперт прохождение и начинайте фармить. 100 ДНК нафармите, и Супер Шреддер в вашем распоряжении. Тоже касается и Усаги, и остальных. Ну что, а я начинаю по традиции с чего, ребят? С турнирки, но сначала давай задание, наверное, выполним. Выполним задание, а потом уже пойдем... О, ребят, у нас уже, уже второй круг подходит к завершению. Быстро мы, кстати, быстро. Вроде недавно только проходили. И на тебе уже... Заканчивается у нас смятение из другого измерения. Шикарно. Так, ну что у нас тут? Давай бумкнем, наверное, попробуем. А наш зэк, ребята, был круче. Ну правильно, я бы удивился, если бы зэк сотого уровня бы ходил после зэка 80 уровня. Логики в этом вообще бы никакой не было бы, согласись. Так, с первой волной разобрались. Бежим, бежим на вторую. Так. Блин. Паукуса, давай паукуса, наверное. Сможешь ты его уничтожить? У тебя повышенный урон должен быть по нему. Солидно. Дальше, наверное, попробуем Шархана. Ай-яй-яй-яй-яй. Чих-чих-чих-чих. Ну, у нас броня была, поэтому, ребят, он постепенку повесил. А ну-ка, кубарем. И остается... На, никого не остается. Бакстер Стокман сделал пробивной в грудину своей клешней. Так что, ребят, отлично. Так, прошли серию испытаний. Дальше у нас ежедневки. Пойдем, наверное, выполним сейчас. Ребят, купил немножко откатиков себе за 1050 долларов. Игровых, естественно, то сейчас подумайте. Прокачиваем мы вот этот скилл. Потанцуем, называется. Ну что, 5 фонариков надо нам. Раз фонарик, два фонарик, три фонарик. Пошла доска. Так, 4 и последний фонарь. Все, 5 фонарей. И 10 ящиков с инструментами. По идее, должны быстро накопиться. Но это только по идее, ребят. Как оно сейчас пойдет, я не знаю. Так, видишь, мутаген выпадает. Это, получается, сейчас 4-й, да? Был ящик, по-моему, так. 4-й. А вот 5-й. 6-й. 7-й. 8-й. 9-й. И последний ящик, ребята. 10-й. Есть. Прокачиваем до 5-й ступени. Потанцуем. Ну и... Тут, в принципе, ребята, 9 пленок с катушкой, это мы наберем. И автомобильных знаков 12 штук. Это уже, может быть, за серии 2, я думаю, справится вполне. Ну и поднять уровень персонажа, естественно, сейчас я ничего не подниму, потому что у меня не хватает мутагена. Естественно, хочу прокачивать дальше слэша по возможности. А нужно будет сколько тут? 26 тысяч. Ну, то есть 6 тысяч мне не хватает. В принципе, если мы сейчас пройдем с тобой... арену, то, возможно, 6 тысяч мы и накопим. Возможно. Ну что, поехали, друзья мои. Поехали, самое интересное. Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях, у вас тоже в 5 часов, ребята, произошел откат? Или все-таки, как обычно, в 2, в 3? Потому что раньше у меня был откат в 2 часа. Потом почему-то его сместили на 3 часа. Ну, дня, естественно. А сегодня вообще в 5 часов. В 5 часов дня, ребят, ну куда? Даже это уже не день, это уже, я бы сказал, вечер. Понимаешь? Почему так делается? Я не знаю, с каждым разом все дальше и дальше
откидывают нас. Меня, по крайней мере. Не знаю, как остальных, но меня точно откидывают. Ну что, идеальная победа, я даже в этом и не сомневался. Не на йоту. Так, ну что? Это что сейчас было такое? Друзья... А че у меня вообще... Просто я как был в Лиге Воинов в первом ранге на сотом, и все, даже ни на капельку не про... Не, ну это... Ребята, по-моему, в прошлый раз, в прошлой серии у нас что-то типа такого было. Тебе не кажется? Просто не передвинули ни на одну ступеньку. Вы издеваетесь, что ли? Специально так сделали, блин? Вообще не на грамулечку. Ну как так-то? Что это за подставы такие делаются в последнее время? Причем зачастились эти подставы. Ой, нет у меня слов. Эй! Вы сейчас издеваетесь, что ли? Я не могу понять. Ребята, я вообще не двигаюсь. Я вообще не продвигаюсь по арене. Да ну хорош. Игра своими багами, лагами, ребята, просто начинает поражать мой мозг. Вот серьезно тебе говорю. Ну. Короче, ребят, я не знаю, что делать. У меня не идет продвижение никакое, абсолютно. Слушай, давай я попробую перезайти в игру. Может быть, что-то исправится, а? Мы просто с тобой играем сейчас в холостую. Давай я перезайду. Так, перезашел. Заходим в бой. Арена. Смотри, а здесь воин. Лига воинов 2 звезды, ранг 94. Как бы продвигаемся, но это не такой продвигатель. Я должен сейчас, ну, как минимум быть, ну, в элите уже должен быть, ребят. Ну, не на ранг, не на втором ранге 94-я позиция. Ну, это уж точно. Просто поражает меня игра вот уже этими багами бесконечными. С каждым разом хуже, хуже и хуже. Не знаю, разрабы хоть немножко бы подкорректировали, если они вообще занимаются проектом. Чего? В Лиге воинов я... Вы издеваетесь сейчас, что ли, блин? Я сейчас должен, знаешь, как шуршать. А они меня всего лишь там сколько? 30 ступенек провернули. Эй, ну у вас совесть есть, ё-моё. Ой, ребята, это трэш. Пишите в комментариях обязательно. У меня только так или это у всех? Это что такое вообще происходит? Ну, 73-й на 46-ю. Такое ощущение, что я сейчас в данный момент нахожусь на лиге самураев. Нет, даже сёгунов. Вот такое продвижение, ребята, идет там. Как будто я сейчас на лиге сёгунов. Это я сейчас... Это я сейчас до лиги самураев не дойду. С такой подачей, с таким продвижением. Ты понимаешь? Что я сейчас далеко не уйду просто-напросто из-за того, что вот так вот они делают. Это на лиге воинов я... Пипец. Да, я до сих пор, ребята, я уже фиг знает какой бой делаю. Я до сих пор еще имею трех персонажей. Ты представляешь? Вот это они, да, вот это они замутили. Я скажу, это не плюс игре с такими замутами. Лига воинов 3 звезды. Ты вот представь, я только сейчас перешел в Лигу воинов 3 звезды. Я уже должен быть за это время, уже давным-давно должен быть в самураях. Вот поверь мне, в самураях, ну никак не, блин, не в...
А я сейчас только в элиту. Я сейчас здесь фиг знает сколько времени потрачу. Перейду в элиту. В элите еще нажму. О-о-о, как все. Как все, ребята, запущено-то. Ё-моё. Вот это у игры баги. Вот это да. Какую, вот сколько сейчас ступенек мы продвинемся? Трындец, 30 ступенек. 30 ступенек, ребята, я продвинулся всего лишь. То есть, чтобы получить мне следующий ранг, мне нужно здесь 4 поединка провести. 4. Ну, в лучшем случае 3. У меня просто нет слов. Я не знаю, что сказать, ребят, по этому поводу. Ну, просто не знаю, что сказать. Пишите вообще свое мнение по поводу вот такого бага. Вот что бы вы тут... 45-й позиция. 69-й на 45-й. На, получи. Я даже не вижу 11-12. У меня уже должно тут уже быть, я не знаю, 15-16, 16-17. А они меня все крутят на 11-12. Да. У меня нет слов, одни эмоции. У меня нет, ребята, слов. Одни эмоции. Какого фига такое происходит? Знаешь, так можно продвигаться. Это если ты, например, неделю не играл и в конце решил пробиться. Пробиться, как говорится, к Лиге Мастеров. Да? Вот так бы ты там продвигался. Потому что за неделю все заняли свои места, и вот тогда бы у тебя было бы что-то похожее. Ты бы вот именно так бы двигался, может быть, даже еще чуть-чуть похуже. То есть ты бы никак бы быстро не ускорялся. Ну, извини меня, у меня откат прошел вот буквально 17 минут назад. Какого лешего вы творите-то? То есть мне только, ребята, одни слова возмущения. Бустанулся, называется. Ты представь, я только сейчас перешел в элиту. Ну это смешно, блин. Это смешно, ребят. Это я сейчас отыграю всех бойцов. Это же я докуда смогу дойти? До Лиги Самураев? Это в лучшем случае. Наверное, где-то так, ребята. Лига Самураев. У меня до сих пор 4 бойца. Ай, вот эта игра дает. Вот это она меня подкалывает. Да, Леонардо со своим утенком на спине. Вот это она меня подкалывает. 73-е место. Может быть, они усложнили процесс? Да ну. Было бы сообщение. Была бы какая-то обнова, в конце концов. Ну, процесс набивания кубков усложнили. Понял, да, о чем я? Но не было никаких обновлений, не было вообще ничего, ребят. Обычный штатный режим. Единственное, что я тебе говорю, что я зашел, когда в начале в игру. У меня было написано откат через там скоро. Ну, я зашел, по-моему, в 3 часа. Мне было написано откат. Турнир закончится через 28 минут. Я захожу через 28 минут, там написано откат через 45 минут. То есть он постоянно отодвигался. И только в 5 часов он у меня, ребят, произошел. Вы видели. Когда я зашел, все было как полагается. О чем тут может быть речь? Естественно, только об одном. Что багануло там что-то у них хорошо в игре. Во-первых, это видно даже по прохождению. Ну, извини меня, ну что это такое? Это бустом, ребята, это вообще не назвать. Ну, это смешно называть бустом. Какой это буст? Я, наверное, вот так вот двигался, когда только начал вот это вот постигать эту арену. У нас приблизительно вот такое вот было движение примерно. Такое вот медленное и неказистое. Ну, тогда у меня и персонажи, извини меня, не такие прокачанные были. Я там пыхтел и долго дрался. Сейчас я их выношу с одной катки всех. Просто с одной катки, с одного удара. И так медленно продвигаюсь. Я буду еще долго возмущаться. Да я еще буду долго возмущаться. Ладно, ребята, после того, как мы поиграем сегодня в черепашки, планирую, наверное, забежать на ежедневки по ПВЗГ. Попробуем там.
помахаться. И, наверное, драконы всадники Олха плюс ХКР-ка, как бы у меня в планах, потому что давно мы уже ее. Я ее давно не играл. Вот, надо. 50 кубков уже, наверное, мне не светит получить в этом месяце, потому что завтра пойду на прием к врачу. Не знаю, выпишет, не выпишет. Но нос как был заложен, так остался. Уши как были заложены, так остался. Антибиотики пью, ничего-то не помогает. Я не чувствую никакого результата. Пшикаюсь там аквамарисом и всякими там этими. Чего-то никакого эффекта. И голова периодически, да, ребят, побаливает. Не так, конечно, сильно, как поначалу, когда я тут кашлял и думал, что у меня мозги просто вылетят наружу. Но болит. Дело в том, что у нас физиотерапия сейчас не работает. У нас в больничке сейчас идет ремонт. И вот эти вот процедуры, они не работают, которые там, я не знаю, там прогревание. Там вот эти вот, как они там называются, вот эти вот тепловые подушки как-то, ну, в общем, это, они не работают из-за того, что у нас ремонт. Вот. А в домашних условиях, ну, сам понимаешь, это как мертвому припарка. Ладно. Ребят, ну, посмотрите, у меня уже все. Все бойцы мои отыгрались. Мы до Лиги Самураев с тобой не дошли. Не-а. В общем, смех и грех, одним словом. Поиграли, бустанулись, ё-моё. Такой буст прям. Прям вообще шикарный. Да. Ничего с этим не поделаешь. 21-я позиция. Ну ладно, мы сейчас с тобой, может быть, максимум дойдем. Дойдем до элиты. 3 звезды, максимум. Все, уже все, ребят, ничего не осталось. Вот такие вот пироги. Прям даже я не знаю, что сказать. Да тут нет слов. Это без комментариев называется. Это просто без комментариев. Мне вот все-таки интересно, у вас так же или это только у меня? Элита 3 звезды. Ребята, 3 звезды в элите. Рекорд, ё-моё. Ох, какой рекорд. Давно таких рекордов я не делал. Я только сейчас, кстати, увидел, что мы когда бежали, там фонарики были на витрине. Что-то как-то их раньше не замечал. Тем более фонарики, относящиеся вон у него на груди, у бибопчика пасхального. Вот такие же фонарики висели там на витрине. Это смех. Это смех, ребята. 85-я позиция в элите 3 звезды. Я в шоке. Я в шоке просто от того, что тут происходит. Какие навыки? Я получил, ну хотя бы получил 6000 мутагена. Так, иди сюда, слэш. О, да, 91 уровень. Вот это да. Вот это Уэлсон. Ну что, ребята, в принципе, больше здесь ничего не сделать. Испытания только, если пофармить монетки, жетоны. Ну давай. Подожди, а где лучше? Ну, в принципе, тут роли не играет. Ну давай, поехали. Сыр есть чуть-чуть. Давай попробуем пройти. Ну как попробуем? Пройдем, но пофармим чуть-чуть. 150 жетонов есть. Ну получим мы, наверное, сегодня там, я не знаю, 300 жетонов. Ну это будет хорошо. 300 жетончиков получим, и надо просто как можно быстрее нам открывать кроликов. Потому что у нас этот слэш скоро прокачается до сотки. Это раз. Потом у нас что получится? Мы прокачиваем с тобой кроликов, и нам надо будет, ребята, платиновые осколки на него копить. Так, карайка. Так, тут доллары, бинокль и все остальное идет. А, осколки, и остальное идет в жетоны. А я много тут не нафармлю, ребят. У меня сыра, оказывается, мало. Вот и все. 240 жетонов на данный момент у меня. Ну, как говорится, хоть что-то, чем ничего. Ну что, ребята, вот такой вот у нас получился, в кавычках, буст.
Понимаешь, да, о чем я? Нет слов. В общем, всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.